Интересную вещичку нашел на копе. Посмотрите, имеет круглую форму. Наверху зацеп, в середине прямоугольные прорези и по окружности надпись. Первым делом показалось, что это какой-то медальон, поврежденный в последующие годы. Тыловая сторона и сбоку. Посмотрите на верхнюю часть. Всегда сомнения возникали, как его нашел. Если это был медальон, то почему-то здесь имеется прорезь, хотя такого быть не должно. Сразу после находки я не пытался ее предназначение определить, так как времени было не очень много. Но сейчас я нашел соответствующую информацию, достаточно много в интернете. И найденный мною элемент является частью пряжки, ремня. Перед нами экземпляр, но это уже более-менее полная конструкция. Интересно. Или другая фотография. Вот эта часть круглая перед вами. Она вдевалась в данную часть, как у меня. Посмотрите. Один в один. И вот это вдевалось сюда, вот в этот элемент. И в застегнутом виде все это следующим образом выглядело. Датируется это 16-17 веком. Ну, теперь необходимо найти остальные части, чтобы был полный комплект.